Саша Соболевская, и год назад я совершенно неожиданно для себя поставила такую цель, как провести минимум 5 концертов иностранных исполнителей в качестве менеджера по работе с артистами. То есть это такой какой-то очень интуитивный момент, вот когда, наверное, имеет смысл отключить голову и включить сердце. То есть то, чего я не делала предыдущие дремьеры, и, наверное, поэтому ни разу не достигала такого результата, как в этом году. Мне позвонила подруга и говорит: я открываю свое агентство, и я хочу это делать с тобой. Это, наверное, СК Олимпийский во время концерта Imagine Dragons. Это был, собственно говоря, мой первый проект в рамках этого агентства. Никто не верил, что они приедут. Это прям вот, ну, было правда очень круто. Группа Hertz, группа Cigarettes After Sex, группа X-Ambassadors, совершенно волшебная. Том Греннан, который стал моим личным фаворитом года, и это был самый, мне кажется, душевный и теплый концерт за весь год. Целью я написала 5 концертов. По факту я провела их 18, плюс 3 больших фестиваля, на одном из которых я полностью курировала 50 артистов. Я пыталась посчитать, сколько раз я превысила цель свою поставленную, и не могу понять, то ли я так хорошо работала, то ли слишком занизила свои мечты. Во время концертов я пытаюсь выходить в зал и смотреть, что мы натворили вообще. И это, конечно, до мурашек, когда люди радуются, когда артист довольный, когда все это просто такой огромный комок энергии, все поют в унисон, и после этого ты встречаешь артиста со сцены, который вылетает мокрый, уставший, с абсолютно счастливыми глазами, который говорит, что публика в Украине невероятная, что страна у нас очень теплая, что город очень красивый и теплый, люди волшебные. Это, конечно, дорогого стоит, и как, когда я чувствую, что я вот являюсь частичкой этого всего процесса, частичкой вот этого впечатления людей, которые приезжают к нам в страну, для меня это, конечно, такой очень приятный, трогательный момент. Всем привет, меня зовут Ольга. Я этот год решила посвятить себе и воплощению в реальность своих мечт. Год назад на Дремье я поставила цель научиться плавать кролем и проплыть свой первый километр на открытой воде. Ну, лет 10 я об этом мечтала, но совершенно не знала, как к этому поступить. И для того, чтобы себя замотивировать ходить все-таки на тренировки, я зарегистрировалась на заплыв на открытой воде в Италии. Сначала это был тотальный выход из зоны комфорта. То есть нужно было вставать в 5:40 утра, тренировка начиналась в 7:30. Первые 10 тренировок я не могла даже проплыть один бассейн. И вот я поехала на соревнования Ocean Man в Италии. Это было очень волнительно сначала, потому что это был первый опыт на открытой воде, на длинную дистанцию, 300 км. Участвовало очень много пловцов из разных стран мира. В заплыве на эту дистанцию было больше 200 участников. К моему большому удивлению, при всем при том, что мне было психологически очень сложно плыть и сбивалось постоянно дыхание, я проплыла эту дистанцию меньше, чем за час. Это было очень сложно. Очень сложно было найти вот эту мотивацию для себя, но я поняла, что это все возможно. Если идти к этой цели систематически, знаете, вот маленькими шагами, изо дня в день что-то по чуть-чуть делать, то тогда все реально. Да, однозначно я буду еще плавать, я буду продолжать учиться плавать, потому что на самом деле полгода тренировок – это, наверное, в плавании ничто, да, и то есть какие-то новые горизонты, новые там желания, новые дистанции, новые локации для заплывов. Я считаю, что в первую очередь нужно верить в себя, да, это очень важно. Меня зовут Лера Польская, я женский фотограф, и у меня лучшая работа в мире. Я делаю женщин счастливыми, делая лучшие в их жизни фотографии. Я поставила много целей на Dreamier 2018, и мне удалось достичь практически все. Цели, которые были для меня важны, это в первую очередь увеличить свой финансовый поток. У меня была цель увеличить его в 2 раза, мне удалось увеличить в 2,5. Вторая цель – это побывать на Бали. Волшебный остров, который давно меня манил. Третья цель и очень важная для меня – танцевать аргентинское танго. Для того, чтобы достичь свою финансовую цель, я открыла в себе то, что я боялась говорить, что я делаю классные вещи. Я смогла перебороть это ощущение, что я не должна себе говорить,
Я научилась рассказывать, научилась писать, научилась понимать, в чем ценно то, что я делаю. Я научилась понимать, что делать женщин счастливыми через фотографию – это действительно моя миссия. После премьеры я поставила себе цель танцевать, и я просто вот начала танцевать 2-3 раза в неделю. Я танцую ради танца. Я танцую не ради выступлений, я танцую не ради вечеринок, я танцую в первую очередь ради того, чтобы просто танцевать. Танец учит чувствовать свое тело, чувствовать свои возможности и в первую очередь чувствовать свои желания. Танец подарил мне чувство себя женщиной. Привет, мое имя Юра Платоненко. Мы с Аней вместе 13 лет. Меня зовут Аня, я маркетинг-директор большой FMCG-компании. Год назад на премьере я поставил себе несколько целей. Одна из них, самая главная, это было открыть несколько баров. У меня было помещение, у меня были большие планы. Но потом ситуация с помещением очень изменилась, и вроде бы цель стала опять недосягаемой. Каким-то магическим способом снова помещение появилось, и сейчас мы находимся в помещении, которое уже технически открыто, и которое скоро запустится полноценно, как наш с Аней бар, как наше маленькое творение, наш маленький итог этого года. Это будет винный бар, это будет бар, где будет приятно провести время, где будет комфортно, где вам будет легко и приятно встретиться с друзьями, с другими интересными людьми. В этом году мы поставили как бы себе две такие большие цели. В принципе, обе цели, они вот-вот реализуются в полной мере. В этом году у нас, получается, появится двое наших детей. Первый – это вот наш ребенок-ребенок, да, а второй – это бар. Потому что мы действительно вложили очень много эмоций, времени, силы, любви в бар в том числе. Оба наши как бы детища. Тем парам, которые пришли вместе на Dreamier, во-первых, уже круто, что вы пришли вместе, потому что вы переживете это вместе, вы вместе поставите цели, и дальше вы сможете вместе друг друга поддерживать, вместе идти к этим целям. Тут важно взаимопонимание и поддержка. Какие-то цели у вас будут пересекаться, а какие-то цели будут разные. И необходимо поддерживать своего партнера в его личных целях. И тогда ваша семья, наверное, будет еще круче, еще лучше, еще крепче. Меня зовут Алина, я с Харькова. Цель, которую я поставила на Dreamier, это научиться плавать и проплыть свой первый заплыв в открытой воде. И я проплыла 2 километра в открытой воде в Греции на Ocean Man. Мне хотелось сделать что-то, чтобы немного вытянуть себя из рутины, с вот этого всего одинакового. И я поставила в расписание себе плавание на первое место и начала выстраивать свой график вокруг него. То есть мне нужно было вставать в 4:30, в 5, для того, чтобы успевать там покушать, собраться, поплавать. Конечно, было очень тяжело, скажем так. Это не было как-то красиво, как в фильмах, там, под песню «Рокки», вот, тренировка. Это было очень сложно. В первую очередь для того, чтобы доказать себе, что все в этой жизни реально, как бы нереально это ни звучало в самом начале. Изначально у меня была цель проплыть свою дистанцию, научиться плыть и проплыть 2 километра в Ocean Man в Греции. Но на самом деле оказалось, что эта, как я думала, большая цель привела меня к другой цели и к другому осознанию, что мне нужно еще. И на самом деле с вот этого момента достижения вот этой цели началась очень большая работа над собой. Самое большое мое достижение вот этого понимания себя, ценности себя, когда ты себя уважаешь, когда ты любишь свое тело. Не думай, что это плохо любить себя, в принципе, уделять себе внимание. Если цель меняется, это ничего страшного, если ты слушаешь себя, что тебе подсказывает сердце, и если тебе это нравится. Привет, меня зовут Оля, я единственный ребенок в семье, мамочка, папочка и я. Ну, как всегда, люблю родителей очень сильно. Год назад мы как раз год боролись с онкологией моей мамы, и не мудрено, что основная часть моих целей была связана с ней.
Я очень хотела, чтобы это было нашим каким-то новым толчком, уроком, опытом, из которого мы бы вынесли позитивное. Поэтому я решила посвятить 2018 год все лучшее родителям. Я подарила маме там новые гаджеты, учила, адаптировала ее под современный диджитал мир, учила каким-то новым знаниям. Мы ходили на развивающие лекции. Но все пошло не по плану, мы столкнулись со вторым сложным диагнозом. Сначала я сомневалась, и мне было сложно попросить о помощи и сказать о том, что я в ней нуждаюсь. Собрать нужно было 200 тысяч гривен. Мы собрали необходимую сумму в сроки, такие, как я ожидала. И для меня это настоящее чудо. Настоящее чудо сроки, суммы. Настоящее чудо, что результат теста. Вообще, очень много, несмотря на то, что у нас два таких серьезных вызова, я считаю нас счастливцами, потому что на каждой итерации мы сталкивались с каким-то маленькой долей чуда, на которое я ставила все ставки. И так получалось, что я выигрывала, рискуя, когда я шла за этой маленькой долей вот этого чуда. Под лежачий камень вода не течет. Никто, кроме нас самих, за нас ответственность не возьмет. Никто нас не спасет, ни один психолог, друг, мама, никто. Пока мы внутри себя не найдем то, чего мы хотим, пока мы не начнем жить осознанно, не встретимся лично с собой, вот так вот, ответив, что я хочу, кто я, куда я иду, зачем мне это. Меня зовут Андрей Стеклов. Год назад я поставил на Dream Year цель укрепить свое здоровье. И вторая цель – это развиваться как творческая личность, реализовать себя в каких-то творческих начинаниях. И я достиг этих целей. Я пошел в студию и начал рисовать. Самый первый вопрос – какую тему выбрать? Я решил рисовать абстракцию. Я не умел работать ни маслом, ни акрилом, но мне хотелось попробовать. И мне хотелось вот попробовать так, чтобы я получал какие-то результаты, которые меня вдохновляли. И вот мои эмоции, я почувствовал, что их лучше выплеснуть в виде каких-то абстрактных картин. С середины июля я нарисовал 9 картин. У меня еще 3 картины в работе. В феврале я буду участвовать в выставке. Картины мне очень помогают в развитии интуиции. Пробовать себя в разном – это тоже инструмент. Не бояться пробовать. Не думать, что вот я что-то изучу, и тогда можно. А потом нужно еще что-то изучить, и тогда уж точно можно, тогда я точно буду готов. Это нужно просто брать и делать. И вот когда я рисую, я получаю фан от процесса. То есть, что будет в конце, я не знаю. Меня спрашивают, ты завтра идешь рисовать? Да. А что ты будешь рисовать? Я не знаю, я утром встану и решу, что я буду рисовать. Мы спешим жить зачастую и не успеваем получать удовольствие от процесса. Вот рисование, живопись отлично учит получать удовольствие от процесса. Меня зовут Таня Гринева. Год назад на Dream Year я поставила себе цель заработать 1 000 000 и пробежать 12 марафонов. 1 000 000 я не заработала, но я собрала 1 000 000 гривен для паллиативной программы таблеточек, потому что я пробежала 12 марафонов за 12 месяцев. Многие меня спрашивают, как связаны бег и благотворительность. Ответ правильный – никак. Они никак не связаны. То есть на самом деле бегом невозможно как-то заработать деньги вот так напрямую. Но ты можешь бегом, какими-то такими челленджами привлекать внимание к какой-то проблеме. И я придумала эти 12 марафонов за 12 месяцев, потому что я никогда не знала никого, кто бы так часто бегал марафоны. Марафон – это 42 километра. Это были марафоны в разных городах, в разных странах. Это был и Рим, и Тель-Авив, и Сан-Франциско, и Нью-Йорк, и Киев, и Одесса, Гран-Канария. Я пробежала 2 марафона на дорожке в фитнес-клубе. Сумма ежемесячная, которую нужно было собирать, была около 100 тысяч гривен. Вот. И с июня этого года я собрала 1 000 000 гривен вот, на таблеточки, на паллиативную программу. Ну, собственно, 1 000 000 для себя я не заработала, но я не думаю, что 1 000 000, который ты заработал для себя, даст тебе столько счастья, как те деньги, которые ты можешь потратить для кого-то. Мне тоже раньше казалось, что это же достижение пробежать марафон. Вот, сейчас же я понимаю, что
Но если я смогла пробежать марафон, то я смогу все что угодно. Я хотела бы, чтобы вот эта вот привычка помощи, привычка быть полезным, чтобы она распространялась дальше, и чтобы это было, ну, просто в культуре, да, как там чистить зубы, покупать подарки на праздники. И привычка помогать — это, наверное, признак, в принципе, культуры, благосостояния, образованности. Это, наверное, признак того, что ты просто, в общем-то, человек. И ты показываешь пример другим людям. Вы знаете, вот я сейчас всем рассказываю, что некоторые в декабре месяце, там, 31 декабря ходят в баню, а вот я с друзьями хожу на апгрейд. Для меня апгрейд – это уже практически часть моей жизни. Это проект, который изменил меня. Апгрейд – это пробуждение. Это шанс что-то поменять в своей жизни. Умение вот ставить цели и достигать их. Апгрейд для меня, в первую очередь, единомышленники. Это окружение классных людей, которые тоже знают, чего они хотят, не сдаются. Апгрейд в своем названии передает всю суть, потому что делать апгрейд можно каждый день.